Всем привет! В Архейдже было новое обновление, где продлили сюжетную ветку. И в одном из квестов под названием «Тайная комната», это 19 глава, точка 4, 11 квест, надо красить куколок, где каждая куколка должна быть покрашена в свой цвет. Все куколки имеют свою подсказку. В данном случае венок цветущий у музыкального моста. Это у нас фиолетовый краситель. Жмем соответствующую кнопку, и фигурка окрашивается. На следующей куколке написано «Я хотел бы стать садом, цветущим у твоих ног». Это у нас зеленый краситель. Жмем соответствующую кнопку. Ждем. Идем к следующей. Эфирийский пейзаж. Это у нас коричневая краска. И последняя куколка. В моих владениях цветут цветы. И так далее. Это у нас розовый краситель. Красим и наслаждаемся. Ошиблись цветом, не переживайте. Все можно отменить, нажав кнопку F, а краски вернутся вам обратно в инвентарь. Если вы сделали все верно, откроется портал в комнату с боссом, от которого будете страдать. Приятной игры. Всем пока.